Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова и Алексей Купин вылетели на Сейшелы. Ирина Михайловна, которая тоже рвалась на остров с дочкой, пока все-таки осталась на поляне. Любимая девушка Вальтера Соломенцева Олеся, которая приходила к нему на проект, здесь не задержалась. Ольга Орлова вернулась с Сейшел в Москву. Там она опять продолжит работу, станет ведущей ток-шоу на поляне. Орлова брала с собой на Сейшелы стилиста, и похоже, что у них завязался роман. Под снимком Ольги у себя в микроблоге он написал: «Люблю тебя, очень дорожу тобой, любимый птенчик, спасибо Богу за тебя». В недавнем эфире показали ссору между Мариной Тристановной Абрамсон и Ириной Михайловной Донцовой. Причиной стала неудачная шутка Марины Тристановны. Она в шутку послала свою подругу в долгое путешествие, но у Донцовой-старшей оказались проблемы с чувством юмора. Оказалось, что Алексей Купин и Юлия Ефременкова просто пошутили про сценку, где им придется целоваться. Как вы помните, все это обернулось дикой ревностью Майи Донцовой и Сергея Кучерова. Оказалось, что Маша Кахно и Марина Африкантова живут в одном районе, да еще и в соседних домах. Но познакомились и подружились девушки только на проекте. Редакция Дома-2 распускает новости и слухи о романе Марии Кахно с пластическим хирургом. И благодаря этому бесплатно делать пластические операции может не только она, но и ее подруги. Недавно Ольга Бузова была в ресторане с сестрой Анной. Многие отмечают, что на этой фотографии Бузова выглядит гораздо хуже своей сестры. Цветом лица, например. Чуть позже Анна опубликовала снимок Ольги в объятиях мужчины и подписала: «Моя счастливая Бузова». Поклонники Ольги теперь гадают, кто же этот мужчина. Недавно число подписчиков Ольги Бузовой в Instagram превысило число фолловеров Настасьи Самбурской. Настасья рассказала с юмором, как она пережила тот момент. «Траур был трехдневный, до сих пор иногда плачу. Просыпаюсь в холодном поту». Самбурская сказала, что им становится тесно в одном инстаграме. И предложила Бузовой сделать другую соцсеть – Бузограм. Алиана Устиненко отметила трехлетие своего сына. «Не представляю, как я раньше жила без тебя», – пишет она. «Благодарна Господу за такой подарок судьбы. Будь счастлив, котенок». Либерж к Падону опубликовала совместное фото с Димой Лукиным. Она многозначительно подписала его: «Мне кажется, я ему нравлюсь, и не как друг. А вы как думаете, Димка хороший?» Отпуск Саши Гозиас и Кости Иванова в Дубае закончился, но не так, как хотела девушка. Вместо того, чтобы провести последний день отдыха с крутыми ребятами, ей пришлось лежать на диване с дикими болями в животе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.